Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, давай-ка посмотрим задание. Пройти серию испытаний, это я прошел. А дальше у нас... Так, посмотреть видео. Кстати, друзья мои, сегодня мне нужно накопить 10 тысяч мутагена. Ты спросишь, для чего? А я тебе скажу. Для того, чтобы прокачать нам нашего персонажа, а именно Микеланджело классического, на 5 золотых звезд. Вот так вот. Да, накопил я все-таки монет и приобрел его за ДНК. Ну что, друзья мои, турнирная арена, у нас еще испытание сегодня, не забывай, девичья сила. Обязательно будем с тобой проходить. Ну, пожалуй-ка, начнем мы с тобой с поиска. Кого мы прокачиваем? Змейка Вьюна, правильно. Змейка Вьюна, и нам нужно прокачать ему до 6 ступени. Для этого нам нужно 14 кружек. Ну что ж, давай попробуем. Так, одна кружка уже есть. Вторая. Третья, отлично. Давай еще один с кружек, и все будет хорошо. А вот с этим, наверное, уже будут проблемы, да? Так, это четвертая кружка. Пятая. Шестая, слушай, неплохо. Седьмая. Восьмая. Так, восьмая кружка, подожди, давай. Девятая. Десятая и последняя нам нужна, одиннадцатая. Так, тихо, не надо буянить. Вот, отлично. Ну что, ребят, давайте посмотрим. Погоди-ка, я просчитался, что ли? Оу, у меня в голове почему-то было 11 этих. Нам нужно 14, то есть еще 3 кружки. Ну, конечно же, как я так мог ошибиться? И последний, все. Теперь нормально, да? Теперь нам хватает. 2500 мы платим. И, друзья мои, способность прокачана до 6 ступени. Это град шипов. Одна из моих любимых атак вместе вот с этой, споровая буря. Но споровую бурю мы уже будем потом с тобой прокачивать. После, наверное, вот как раз этой. Ну что, давай заберем награды. У нас здесь поднять уровень персонажа. Блин, еще уровень персонажа поднимать, а? А в магазине есть что-нибудь? Так, приобрести ничего не могу. Так, по жетонам, ну, естественно, все, ребята, кисло, потому что мы недавно с тобой потратились, да? Мы приобретали 3 ДНК на Микеланджело ролевого. И нам придется теперь заново копить на него. Так, ну что, турнирная арена. Где меня сейчас ребята держат? В Лиге Самураев 2 звезды. Как ты видишь, ранг у меня 30-й. Ну что, начнем? Конечно же, начнем. Куда мы с тобой денемся? Так, 43-й уровень. 43-й уровень, да? Я, знаешь, что скажу тебе? Если тут 43 уровень, мы с тобой начнем вот отсюда. Именно с хвоста. Почему с хвоста? Потому что Леонардо будет сейчас сопровождающим всей вот этой нашей команды. И так будет до самого победного вздоха. То есть до последнего героя. То есть, грубо говоря, это у нас... Как будто мы начали только что неделю с тобой заново. Буста не получится, но тем не менее всех должны с тобой отыграть. Твич. Все, а это говорит о чем? Что мы с тобой, наверное, попадем, но сегодня, ну, может быть, даже до мастера дойдем. Может быть. Опять же, все это под вопросом, но хотелось бы. Так, ну что, у нас с тобой перемещение идет. Слушай, я думал, мы в Самурай 3 звезды залетим. Но, видишь, как бы не так. Нам сказали: Рэй, притормози, пока еще типа рано. Хорошо, я приторможу. Рано так рано. Я все равно буду сейчас отыгрывать своих бойцов. Своих слабых бойцов именно через Леонардо. Но тут как ни крути, это как минимум до 50 ранга. Как только 50-ники у меня пойдут, и если противник будет также оставаться на 47-46 уровне, я, естественно, откажусь от помощи Леонардо и буду уже своими силами бомбить. А пока нет смысла, все равно их тут завалили бы, именно моих 30-й, там, 41-й уровни. Куда? Конечно, нет. Пускай они будут, как говорится, под пристальным взглядом нашего Леонардо. Можно было, конечно, взять и Усаги. Но вот мне захотелось почему-то Леонардо. Так, что у нас здесь, друзья мои? Денис, Алексей. Давай Алексея возьмем, тезку. Тезку своего возьмем. Так, и опять же Леонардо. Так, у нас уже, ребята, скоро будут полтинники. Ну, сороковых. О, еще много. На самом деле еще много. 36-е уровни только лишь. А я сказал тебе, начнем с полтинников, да? То есть, ну, сам делай выводы, сколько нам еще с тобой здесь предстоит битв.
Естественно, вот это все неинтересно. Я, ребята, вас прекрасно понимаю. Вот это вот смотреть, когда Леонардо с одной вертушки ложит всех. Но ради вот этого вот 3-2 минут заниматься вот этими всякими вырезками потом уже при монтаже я не хочу, ребят. Пускай идет все как идет. Тем более, ты сам видишь, бои отнимает всего лишь тут, ну сколько там, минуту. Да и то меньше, если брать именно сам бой, он длится просто пару секунд. Леонардо взлетает, делает взмах крыльями своими, и все, и враги лежат. Так что ты можешь за этот момент пока сходить налить чайку, достать горячие печенюшки из духовки и прийти сюда уже спокойно смотреть, когда будет серьезная, как говорится, заваруха. Если она вообще начнется. Начнется здесь серьезная заваруха или нет. Вот, ребята, вот в этих, в мутантах, в безумных, вот там жесть сейчас творится. Я нечаянно прошел Рокзара, тут я решил поиграть за кадром. Думал, ну, потренируюсь, какую-нибудь выставлю комбинацию себе. Я взял его и прошел с первой попытки. Ты представляешь, как мне было обидно? Почему-то говорю, как только я начинаю записывать это все, да, фиг, что у меня получается. Как только я выхожу за кадром что-то делать, у меня сразу все это выходит. Как будто, знаешь, игра хитрая. Подлавливает меня. Ну, да ладно, сейчас я столкнулся там с еще более свирепым врагом. Это, опять же, Темпа. Но она лютует там по чернаку. Она, по-моему, да, там с мухой. С мухой они там такие делов вытворяют, что я не знаю, что мне делать. Я уже и так, и сяк, и там на коленках уже ползал, просил пощады. Нифига, ребята, валят меня и все. Так что, возможно, после вот этих черепашек мы с тобой пойдем в Маднес, да, в безумные мутанты, и попробуем уже, как говорится, воочию что-нибудь там сделать. Так, ну а пока у нас все идет хорошо, всех разбираем, спокойненько с тобой продвигаемся. Так, скоро уже будут сёгуны, буквально через один бой. Так что не расслабляемся и смотрим. Так, 15-19 вполне меня устраивает. Но опять же, видишь, вот только я добираюсь до полтинников, до своих, противник уже начинает набирать обороты. Уже 52-й ранг у него, да? 52-й уровень на бойцах. А я еще с 40-х не отыграл даже. Да. Вот такая вот, друзья мои, тенденция. Это мы сейчас зайдем с тобой в сёгуны. А в сёгунах еще будет жестче. То есть это сёгун первый ранг, потом сёгун второй ранг. Ну, 2 звезды в сёгуне. На сёгуне 3 звезды, там уже будут, извини меня, 70-е уровни, 75-е, 71-е. То есть у меня в любом случае уже не получится своими силами здесь драться. Потому что я еще полтинники даже не отыграл. Ну что, в сёгун мы с тобой перебрались, 84-я позиция. Как говорится, все самое интересное только начинается. И надо брать, наверное, нам Дмитрия. Ну да, я прикидываю, что именно Дмитрия будем с тобой сейчас мы чехвостить. Так, ну что, раз, два, три, четыре. 45 уровень. Только лишь 45 уровень у меня на моих бойцах. До полтинников еще, елки-палки, очень долго. Ну-ка, посмотрим сейчас, кстати. Леонардо, скорее всего, уже будет скоро один не справляться. Поэтому надо будет ему брать в помощь. А кто у нас пойдет в помощь к нему? Догадайся, с 3 раз. Я бы даже сказал, не с 3 раз, а с 5 секунд. Догадайся, кто пойдет к нему в помощь. Я думаю, ты правильно догадался. Это будет Усаги. Именно он. Так, ну что, ребята, давайте еще повоюем. Кстати, пиши в комментариях, какую игру в ближайшее время ты хотел бы увидеть. Возможно, из стареньких, может быть, из новеньких. Пиши. Надо немножечко как бы разбавиться нам, да, в нашем контенте. Что-нибудь новенькое, может быть, поснимать. Хотя игр, на самом деле, очень много, особенно еще на втором канале. Выпускаем. Я вот до сих пор не могу, например, начать вторую часть, проходить второй эпизод Castle Storm 2, потому что это не так все быстро. И мафия у нас там висит вторая. Сейчас еще вот я хочу Спящие псы начать проходить. Не знаю, стоит или не стоит, но мне вот она понравилась. Все-таки якудзы, все дела. Жанр тот же самый, что и у мафии, да? Но только мафия это Чикаго, да, сам понимаешь. А там мафия якудзы. Там серьезные ребята. Тесаки, кровопролитие, ну сам понимаешь, да? Ты помнишь, как в мафии во второй завалили Генри. Те же самые китайцы. Просто тесаками на центре улицы, да, на площади. Просто покромсали на кусочки его.
Вот, только там был отрывочек, а в «Спящих псах» это будет полностью посвящена игра вот этим вот. Наркотики, убийства, подставы. Так что пиши в комментах, хочешь ли ты ее увидеть или нет. Так, ну что, ребята, мы с вами уже приближаемся к Сёгуну 2 звезды. Сёгун 2 звезды, так, я, наверное, возьму Кайла. Так, уровень уже 53-й, но, по-моему, Леонардо еще справляется с этим уровнем. Не скажу, что легко, но справляется. И мы уже с тобой, кстати, тоже перешли на полтинники, но, опять же, противник нас пока переплевывает именно по уровню. Так что давай-ка мы с тобой пока с помощью Леонардо все-таки будем драться. Давай зажигаем. Да, он пока тянет. Он, по-моему, пасует у нас, ну, максимально, по-моему, 56-59 уровень. Вот там он уже начинает сдуваться потихонечку. Он может где-то не добить, кого-то может пощадить. Хотя, по большому счету, у меня уже свои персонажи 50 уровня, то есть не так все будет легко и просто, как он думает. Что нас так легко не сломить. Так, давай глянем. Зэк, подожди пока. Ну вот, видишь, 50 уровень, как ни крути. А мне нужно начинать где-то с 60-х, что ли, уже получается, если у него 55 уровень идет. Трындец. Да. То есть в любом случае нас опережает. Мы сейчас даже если приблизимся, это через будет 3-4, да? По своему уровню. Так он уже опять от нас ускочит. Так что не выходит. Это тебе все-таки не буст. Это не буст. Это, ребята, как говорится, просто мы занимаем свою законную нишу. Законная ниша у нас, ты сам знаешь какой, да? Топчик один. Это только такое применяется и принимается. Остальное все не котируется. Все остальное идет не ликвидом. Так что давай тогда отрабатывать. Ну что, давай, Лео, жги. 53 уровень, опять же, ему пока под силу, и он справляется. Можно, давай попробуем сейчас, знаешь, что сделать? Немножечко по-другому сыграть. Сейчас посмотрим, какие тут у противника будут уровни. Я хочу отыграть без Леонардо. Рискуем, да, я не спорю, рискуем, но попробуем. Возьмем с тобой Сюзанну. Возьмем с тобой Сюзанну и... Так, ну, к примеру, раз, тихо-тихо, два, три. Так, три, четыре, пять. Вот так, у нас с тобой получается сейчас, честно говоря, команда на равных. У него 54 уровень, да, у нас с тобой 2 60-х. Ну и два, не забывай, что слабых. И давай смотреть. Начинает он, вешает иммунитет на всех, окей. Давай-ка мы начнем, наверное, с Микеланджело. Вешать дебаф, ты сам понимаешь, это бесполезно. А он хиляется? Ему еще один иммунитет, что-то он не то делает на самом деле. Пумс. Так, ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой, как-то слабо было сделано. Ну-ка, Ванька, давай пулеметную дробь. Так, майки мы подбили. Давай сделаем вот так вот массовую атаку. Ага. Так, бросает Саи. Опа, ты понял? Ты понял? Вот объясни мне теперь. 54 уровень Рафаэль. 51 уровня был у меня Леонардо. С выстрела он уложил. Понимаешь, да? С выстрела. Хиляется, да? Да. Ну вот как это можно, вот как это можно объяснить? Я не могу его пробить. Вот этот Рафаэль, это что за читерская имба? Такого не может быть, ребят. Понимаешь? Вот тебе обычный расклад. Что происходит, если ты начинаешь пытаться сыграть на равных? Понимаешь, да? Ничего хорошего из этого не выходит. Ладно, давай посмотрим. До последнего будем с собой драться. Кто здесь все-таки выйдет победителем?
Так, сделаем с тобой отхил. Так, ладно. Бомбанули, окей. Да чтоб тебя, а. Ушатают. Ушатают ироды. Так, мы понизили броню. Ну, наверняка муха сейчас отдуплится. Запечатали. Слушай, дайте мне хоть кого-нибудь еще уничтожить. Что за дела-то? Блин, блокируют мне, конечно, Джастина постоянно. Вот и муха отдуплилась. Смотри, Ванька у нас 60 уровня. Не стоит об этом забывать. И посмотреть, что происходит. Джастин, да, и Ванька. Вот только вот они вдвоем и могут здесь выиграть. Остальные все отдуплились. Вот тебе и эксперимент. То есть, как бы мне невыгодно вот такие вот, ребята, бои проводить. Потому что идет битва за кубки. Идет битва за первое топовое место. Бои, может быть, интересные, да, я не спорю. Но вот такое продвижение на две ступеньки, я думаю, никому не нужно. Согласись. Да. Ладно, Лео, давай вместе с Усаги, потому что тут полтинники нужно еще отыгрывать. Твою ж дивизию, а? Как нас там быстро распинали. Но я тебе опять же могу кое-что сказать в свое оправдание. Почему они меня так распинали быстро? Во-первых, друзья мои, у меня не прокачаны скиллы. Вот на 50-х уровнях, 60-х, 70-х, возможно, да, не у всех прокачаны скиллы. А это очень много чего решает. То есть вот эти вот все удары, это не просто так, это прокачка. То, что у него там есть уровень 60 или 70, но если у него не прокачаны скиллы, это как все равно, что 30 уровня персонаж будет против 60 драться. Сам понимаешь, да? Нету ни силы удара, ни мощности удара, ни крит ударов. Ничего этого нету без прокачки скиллов. Вот и все. Если эти ребята у меня прокачаны, Лео, Усаги, Бакстер Стокман, я не знаю, там, Рафаэль, Зек, то ты сам видел, что они могут делать, что они вытворяли, что они раньше делали на рангах. Ты видел, да? Вспомни. Самые там, ну, не первые, пускай, серии, а где-то вот серия так сотая, да? Что там они делали, как они воевали. Вообще великолепно. Зек бросал одну бомбочку, и там полстада сразу падало. А если не падало, то все в оцепенении стояли. Боялись, как бы Зек там не чихнул лишний раз. Потому что он был прокачан, потому что мы ему прокачивали с тобой целенаправленные скиллы. Кто-то подмечает такой в комментарии: Рэй, почему ты не прокачиваешь слабых персонажей? Ребят, я уже вам 100 миллионов раз говорил, потому что у меня не хватает мутагена. У меня не хватает мутагена на прокачку всех. Тут выбирать: либо нам прокачивать с тобой малышей, да, слабых персонажей, либо нам прокачивать или хотя бы дотягивать 70-80 уровней до 90-х, до 100-х. У меня из 100-х уровней всего лишь 3 персонажа: Рафаэль, Лео и Усами. Ты представляешь, это нормально? Это за 3 практически года я только 3 персонажей прокачал. Ну, не смешно ли, а? А ты еще говоришь, почему ты не прокачиваешь там, например, там, я не знаю, да любого тут возьми. Любого возьми там, например, Донателло. Ты представляешь, сколько нужно мне мутагенов бабахать, чтобы его поднять хотя бы до 70 уровня? И сколько мне нужно сил убить, чтобы прокачать ему скиллы еще? Понимаешь? Вот так вот. Это не все так просто. Причем, если ты ему скиллы прокачиваешь, то ты его должен обязательно подтянуть хотя бы ближе к себе, да, чтобы он участвовал в боях, а не где-то там сидел и пылился, как мешок. То есть, если я вот сейчас, например, Змейковьюна мы качаем с тобой, да, то, естественно, он в ближайшее время будет у нас с тобой в пати находиться. И помимо того, что он в пати будет находиться, есть там испытания, где Змейковьюн обязательно нужен. И нам выгодно его прокачать. Сейчас мы ему прокачаем скиллы, потом я ему прокачаю уровень. И он будет, поверь мне, один из топовых. Потому что он имеет 2 массовые атаки. Он будет один из топчиков, которыми все будут восхищаться. Что не скажешь, к сожалению, про Шреддера, ребята. Шреддер немножко меня, конечно, расстроил. В плане того, что ну, я не спорю, массовая атака. Но вот эта вот имбовая атака, одиночная, могла бы, конечно, критовать и пожестче. Но не то, что он вытворяет сейчас с ней. Вообще ни о чем. Как хил, да, я не спорю. Не спорю, как хил, он нам заходит очень даже неплохо. И хилит он довольно прикольно. Но вот именно по атакам,
Как бы я не сказал бы, что он имбовый. Одна массовая атака у него всего лишь, да, это вызывает он клан футовцев. И хил. Это вот все, что в нем нужно. Супер атака вообще ни о чем, где он там подлетает и бьет своими этими. Кабура, да? Не то, все не то, ребята. Мне кажется, даже сплинтер был бы намного эффективнее, чем тот же Шреддер. Сплинтер, по крайней мере, может бафать. Не забывай, что он может вешать немоту при обычной причем атаке. И у него есть контратака. Как бы, ну сам делай вот выводы. Я тебе как бы плюсы и минусы распечатал. Вот и все. Но супер Шреддер, вот если брать по большому счету, да, которого я хочу получить, он тоже не особо отличается там какой-то прытью. Но, ребята, ну супер Шреддер он, во-первых, как персонаж сам по себе смотрится эпично, да? Это раз. Во-вторых, у него есть отхил, пускай не такой вот, как он сразу отхиливает. Он повременный, да, со временем отхиливает, каждый ход. А плюс у него тоже есть массовая атака, это шипы по земле. И вот последний, я не помню, что он там делает. А я даже не то, что не помню, я даже и не видел, что у него там за последний удар. Но мне почему-то кажется, что там массовый. Я могу ошибаться, это можно все посмотреть при желании. Кстати, я хочу сейчас глянуть как раз, что там у него за последний удар. Что у него за ульта идет. Давай-ка посмотрим, действительно, что-то мне интересно стало просто, что у него там. Но мы с тобой сегодня в Лигу Мастеров попадем обязательно. Так, где у нас Шреддер? Супер Шреддер. Не просто Шреддер, а Супер Шреддер. Ну давай, хорош, что тут за зависания такие? Так, где он? Вот он. Навыки. Так, разрывающая волна. Супер Шреддер направляет на врагов пустошающую волну, напрягая все силы. Разрушитель. А, так вот, это и есть, друзья мои, шипы по земле идут, которые, да, это вот, это и есть ульта. Вот оно как. Мутагенная формула. Супер Шреддер получает суперсилу от экспериментальной мутагенной формулы, текущей в его венах. 20% сопротивления смертельному удару. О как. А вот это вот в основном, ну, фигня, ребят, какая-то, полная, полный бред. Хотя у нас эта направленная ярость аж до 5-й ступени прокачана. О, так тут его можно сейчас прокачать, в принципе. Но это будем потом все делать. Сейчас не надо распыляться на всех подряд. У нас с тобой есть ближайший, это Змейка Вьюн. Будем им заниматься. Так, кстати. Да, ребятушки, наконец-то Майки Классика получает у нас с вами последнюю звезду. Золотую. Так, и у него открывается... трюковая съемка. Микеланджело подбрасывает в воздух сюрикены и направляет их во врагов при помощи нунчаков. Разрушитель, то есть это массовая атака. Вероятность 15%, уменьшить скорость на 50% в течение одного хода. Слушай, вот это круто. Я бы даже сказал, классно. То есть замедление вешает. Вот что, на 50%. Ну, на один ход, правда, но все равно. 50%. Это причем на первом уровне. А там их можно до 6-го уровня прокачать. Там можно вообще их так замедлить, что мама не горюй. Отлично. Так, ну что, мы с тобой продолжаем наши поединки. У нас осталось совсем немножко, чтобы мы пришли с тобой в Лигу Мастеров. Совсем-совсем чуть-чуть. Скот. Давай мы возьмем Скота. Хватит у меня бойцов-то? Ну, будем надеяться, что хватит. А потом, как ты понимаешь, мы идем с тобой на девичью силу. Там разбираемся с полточка. Я уже даже с закрытыми глазами, ребята, буду это все проходить. Только лишь ради того, чтобы получить нужных нам персонажей. Там еще, не забывай, Шинигами падает и Аллапекс. Так. Почти с удара ушатал. Добил, отлично. Ну что, поехали дальше. Думаю, где-то еще 2 боя нам нужно сделать, чтобы мы попали с тобой в мастера. Так, смотрим, на какую позицию мы с тобой перемещаемся. 39-я. Нет, слушай, 2 боями, я думаю, здесь не обойдется. Скорее всего, надо будет делать где-то боя 3. Раз, два. Слушай, а хватит ли? Раз, два, три. Раз... Ну, в принципе, да, должно хватить. Может быть, кого-то придется еще сделать в откат. Но так, по логике, должно хватить. И это мы с тобой только попадем в Лигу Мастеров. Ну, а дальше уже все намного проще, потому что времени у нас с тобой будет пройти уж как-нибудь с лиги
одной звезды до трех звезд. Плюс еще откатики, да? Не забывай. Плюс деньги у нас с тобой копятся бакинские. Все этого будет достаточно, чтобы мы с тобой порвали всех там. Единственное, надо посмотреть, как у нас там по работе получается. Я сейчас даже гляну, вот передо мной список здесь моих рабочих смен. Ну-ка. Так, смотрим, ребята. Четверг и пятница. Четверг и пятница я работаю. Это у меня получается в ночь. Угу. А 31-е, 1-е и 2-е мы с вами отдыхаем. Отлично. Так что все хорошо. Значит, вот эти дни, я не говорю, что мы сразу же начнем, наверное, с первого дня отдыха моего, потому что там нужно отдохнуть, выспаться, да, сам понимаешь. Ну, в остальные два дня, скорее всего, да. И будут у нас и на втором канале видосики, и здесь продолжим. Все будет тип-топ. Ну что, давай поднажмем. Осталось тут совсем чуть-чуть нам. Смотрим. Так, Усаги, не подведи. Постепеночку, пожалуйста, отвесим всем. Воу. Ну что, Рафаэль, съел? Вот так-то. Здесь он, конечно, дрищ. А там он, ё-моё, прописал, да? Видел, Леонардо просто с ударов тюф, и вынес. Жульена. Ну что, ребята, чуть-чуть, наверное, нам не хватит. Все. Вот единственное, что я тебе говорю. Последний бой мы проведем. Нам придется не двух бойцов делать с тобой в откат, а трех. Чтобы было фулово. Раз, два. И это пускай будет у нас Бакстер Стокман. Все. 27 откатов у нас есть. Плюс десяточку мы с тобой получим. 37 будет. Угу. 37 откатов у нас с тобой будет на следующие бои. Так. Давай, Майки. Отжигай. Просто Криса с удара снес. Ну, с двух ударов, точнее. И Усаги, наверное, всех остальных добьет. Не добил. Усаги не добил. 65 уровень ему не поддается. Ну что же, а мы с тобой переходим в Лигу Мастеров. Одна звезда. Ранг будет где-то, наверное, 89, а может быть и 93. Сейчас посмотрим. А, 85 даже. Ну и хорошо, вот и славненько. Ну что же, мы с Лигой заканчиваем. Блин, надо будет вот это еще за кадром набить. Жетоны обязательно. И переходим на испытание. Девичья сила. Давай посмотрим, кого нам тут дадут. Ой-ой-ой, тут, ну, ты сам понимаешь, мне всегда на девичьей силе дают вот эту имбу, которая просто будет рвать здесь всех налево и направо. Тут ты можешь спокойно идти поделать свои дела и вернуться уже буквально через минут, наверное, 7, когда будет последний бой. Я тебе серьезно говорю, потому что здесь я не напрягаюсь. Вот я поставил на автобой, и все мои герои просто будут их тут расчехлять. Это даже 10 уровень, это касается и 20, и 30, и 40, и 50, 60, 70, 80 уровень. Просто уже вручную с вами сыграем ради интереса. Просто прикинь, 3 персонажа 100 уровня. Просто в разнос всех идут. А прикинь, мы с тобой еще прокачаем Майки и Донателло до 100 уровня. Что они там будут вытворять? Вообще команда будет имбовая. И плюс еще туда же спринтера воткнуть. Прикинь, будет просто убер команда. Все черепашки и спринтер. И все до 100 уровня. Единственное, что не прокачать мне пока скиллы. Вот скиллы хотелось бы прокачать до 7 ступени. 7 ступень — это самая последняя у нас. И это было бы вообще колоссально. Еще пока... Нет, у Леонардо, по-моему, да? Один из первых ударов прокачан до последней ступени, до 7. Это именно проникающий удар. У остальных вообще не прокачано ничего. Нету. До 7 ступени больше ни у кого ничего не прокачано. Так, лучше переходим с тобой на третью волну. Ну, здесь все легко. Можно было бы вообще просто массовые атаки делать, и они бы все падали бы. Массовых атак у нас тут с тобой аж 3 штуки. Это Усаги, это Леонардо, это Бакстер Стокман. Я, наверное, так сейчас и буду делать. Хотя нет, не буду. Зачем? Хотя буду, буду, буду. Поехали. Так, у нас с тобой эпизод 3. Пока еще, надеюсь, 3 волны, да? 35 уровень бойцов.
Поехали. Сейчас буду применять массовые атаки, если понадобится. Сразу же, с лету. Так, чик рыжим. На изи. Так, о, грибочки. Грибочки малосольные, да? Окей. Давай вот так вот сделаем. Готовы. Так, переходим с тобой на последнюю волну. Давай, Леонардо или кто-нибудь. Блин, Майки. Усаги, отжигай. Ну все, тут понятное дело, ребят, победа за нами. Мы переходим на следующий эпизод. Это будет у нас четвертый. Пока всех, кого мы с тобой получаем, они у нас есть. Я имею в виду по ДНК. Там, начиная с змеи Карай, с обычной Карайки, да? С Эйприл, морзильная кошка. Вот после морзильной кошки уже начинается топчик. То есть там Алапекс, после Алапекс, по-моему, идет Шинигами. После Шинигами идет Эйприл Кунаичи. А последний у нас кто там будет? По-моему, последний есть Эйприл Кунаичи, да? Так, ну-ка давай рвать их тут всех. Ага, уже 4 волны. То есть на одну волну стало больше. Ну давай, всех сносим. Переходим далее. Угу. Так, ну здесь любого можно бомбить. Так, а это всего лишь 3 волна. А, здесь еще босс будет же, точно, друзья мои. А босс кто? Кукловод. Верно же? Ну конечно, конечно, кукловод. Кстати, вот этот кукла. Вот ты в курсе, кто это? Нет? А я тебе скажу. Это и есть Ирма. Вот кто это. Я только недавно поинтересовался, что это за робот. А это Ирма. Вот в черепашках ниндзя безумные мутанты. Помнишь, у нас персонаж Ирма есть, да? Который бьет там магическими всякими штуками, дрюками. Так вот, это и есть робот Ирмы. Вот так вот. Так, ну что же. А мы с тобой двигаемся дальше, и у нас вот. Да, ребята, Кунаичи у нас последняя, получается. Она на 7-м эпизоде. Вот, в принципе, ради вот этих 3 эпизодов, это 5, 6 и 7, я, в принципе, и прохожу это испытание. Потому что здесь мы с тобой зарабатываем по одному ДНК на тех персонажей, которые у меня еще не прокачаны. И, как ты понимаешь, тут все должно быть у нас на изи. Так, перейдем в ручной режим и начнем их добивать. Окей. Так, тут у нас мутант белки. Дай-ка я массовую атаку сделаю вот так вот. Волну. Все, что-то там немножко как бы подфризивает, ты заметил, да? Фризы такие небольшие. С чего-то вдруг непонятно. Так, Усаги отжигает. И наказывает. Норм. И переходим с вами на последнюю волну. Здесь у нас все. Да? И даже Дюша Метелкин. На тебе. Ну что, порвали. Ничего другого я не ожидал. Я вообще, ребята, не напрягаюсь на этих уровнях. Девичья сила. Ну, ты можешь посмотреть предыдущие мои выпуски. А самое удивительное, когда посмотрите самые первые выпуски, когда меня эти девчонки рвали. Вот там было не до смеха. А здесь я уже, как говорится, смеюсь над ними. Просто не знаю, как уже постебаться. Хоть закрытыми глазами, хоть вообще без рук играй, все равно победа будет за нами. До чего же они ватники, да, стали? А если по первым выпускам посмотреть, да, там приходилось действительно какую-то стратегию разрабатывать. Ну, сложно было, серьезно. Мы буквально с тобой вот только недавно начали, да, проходить многие испытания до конца. Опять же, благодаря тому, что у нас Усаги, Лео прокачались до 100-го, там, Рафаэль. А некоторые испытания до сих пор не можем пройти, потому что такие персонажи, как Ванька-Стиранка, Карай, Карай-Змея, да, и многие-многие-многие, Паукус, они не прокачаны топово, а именно в тех испытаниях эти персонажи нужны. Вот так вот. Так, ну что здесь мы с тобой сделаем? Давай вот так обычную вертушку сделаем и все. И они должны, по идее, упасть. Ну, не упадут, так добьем. Угу. Постепенный урон их, в принципе, мог бы сожрать. И переходим на босса.
А босс опять у нас тут кукловод. Никчемный, несчастный. Так. Ирма. Поехали. Ну, ты сам понимаешь, да? Все, этого достаточно. И остается у нас последний с тобой эпизод. А где мы получим Эйприл Куны? Подожди, а разве Эйприл Куны еще у меня не прокачанные? Ты уверен в том, что она у меня не имеет 5 фул звезд? Я вот что-то как-то... Ну-ка, подожди, давай глянем. Эйприл Кунаичи. Так, где ты у нас? Давай посмотрим, куда ты спряталась, а? Так, это у нас обычная Эйприл О'Нил. Ух, да, Кунаичи у нас, друзья мои, имеет только 4 звезды. То есть сейчас мы с тобой получим еще одно ДНК и будет 20 из 100. Слушай, действительно, качать нам ее и качать еще до потери пульса. А Шинигами так вообще у нас имеет с тобой 3-ю серебряную звезду только. Ё-моё, как она низко пала, а? А Лапекс? Где у нас Лапекс? Вот она. Слушай, Алапекс даже переплевывает у нас Кунаичи. Буквально на 10 ДНК. Так что, друзья мои, это хоть одно из самых легких испытаний, но оно одно из самых важных для меня, потому что здесь можно фармить этих самых персонажей, которые мне нужны. Ну что же, давай сделаем с тобой последний поединочек на сегодня. Заработаем ДНК, и если у нас там останется с тобой сыр, возможно, даже немножечко пофармим. Попробуем. Так. Минус. Отдуплился парень. Отлично. Тут уже на последней, как говорится, эпизоде у нас 5 волн. Давай волну запустим с тобой смертельную. Ну что это, ё-моё. Недобитки какие-то у нас тут еще стоят. Давай. Нормуль. Так, переходим с тобой. О, училки. Вспомню. Вспомни то время, когда эти училки нас разбирали. Я просто их боялся. Они начинали одна за другой бомбить, потому что у них была в то время большая инициатива. И у них еще массовые атаки. Немногие выживали после ихнего, после ихней атаки. Да они сейчас тут дают немножко, видишь, джазу. Ну что, переходим с тобой на четвертую волну. Здесь я, наверное, буду применять массовые атаки, которых у меня нету, да? Ну-ка, покажи. Трындец. Серьезно, что ли? Вот. Погнали, Усаги. Крутит, вертит. Ну, неплохо. Так, ушатываем с собой Шинигами. Теперь Эйприл и все. Идем на босса. Ну, босс здесь ватник, он ничего с нами вообще не сделает. Ну, все, хватит Ирма выпендриваться. Будем разбирать тебя. Поехали. Окей. Так, блокировка сработает? Сработает, и добивочный. Все, ребята. Согласись, испытание просто изейшее. Я уже сколько раз... спрашивал, будем ли мы его проходить, не будем ли его, и все равно меня тянет. И вот именно из-за этих вот ДНК, которые мне нужны. С миру по нитке, голому рубашка, как говорится. Так, поднимите уровень персонажа. Я что, еще не поднял, что ли? Ты серьезно? Как это я так не поднял уровень персонажа? 18 тысяч мутагена. Я же Бакстера качаю, ребят. А для Бакстера этого будет маловато. Для Бакстера это будет маловато, поэтому, ну, возьмем с тобой, например, ну, кого? Ну, Рокстеди, да? Вот так вот. Отлично. Так, теперь остается забрать только награду. Награду забрал. И, как говорится, ребятушки, закончить эту серию. Естественно, я пойду сейчас набивать себе жетоны. Я пойду смотреть эти рекламы, чтобы получить откаты и тому подобное. Ну, а мы с вами увидимся уже в следующей серии. Так что всем пока и до скорого.
Удачи вам.